Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Андрей Корнеев. Вы на канале Endstrasher. И сегодня я хочу ответить на самый часто задаваемый мне вопрос, какой антипобег я использую и как. Так вот, ребята, я вообще не использую никакой антипобег и никогда не буду его использовать. Как я знаю, антипобег надо регулярно обновлять. Муравьи могут складировать мусор на нем и таким образом выбираться наружу. Также он может высохнуть, и муравьи спокойно сбегут. И вы, конечно, задаете вопрос, как же так? Как я не использую антипобег? Так вот, все очень просто. В продаже есть контейнеры, которые хорошо закрываются. И большинство видов не сбегут, кроме совсем маленьких. Но и для них можно найти подходящий герметичный контейнер. Для кормления на крышке есть отверстие, через которое подается еда. Само же отверстие я закрываю ватой. Но на это мне часто люди жалуются, что муравьи все равно проходят через вату. Но лично у меня таких случаев не было. Для того, чтобы вата плотно прилегала и закрывала все щели, ее нужно уплотнить шилом или любым аналогичным острым предметом. И если все сделано правильно, то ни один муравей не пройдет. Есть еще одна хитрость. Отверстие делается как можно ближе к центру. Таким образом, количество муравьев, проходящее через это место, минимально. Но бывает так, что муравьев очень много, и они то и дело при открытии пытаются сбежать. Но и в этом случае я обычно щелчками или постукиванием стряхиваю муравьев и получаю доступ к арене. Конечно, при огромной колонии какая-то часть муравьев при этом все равно принципиально останется на вате и откажется покидать свой пост. В таких запущенных случаях муравьи получают свободу, я их просто отпускаю в специальный террариум, где муравьи доживают свой век, а ход закрываю новой ватой. Аналогично я закрываю все щели, в том числе между трубкой и контейнером. За много лет побегов не было. Надеюсь, видео было очень полезно, и ваши мономориумы с тетрами, предварительно опустошив и уничтожив все вокруг в радиусе километра, не будут радостно встречать вас дома. Что, Лиз? Что? Что? Не понял, Лиза. Повтори. Я вообще не понимаю.